Итак, дорогие друзья, сейчас попробую первый раз их покормить, дать им лапку кузнечика. Смотрим.
Итак, дорогие друзья, вот такое вот получилось кормление. Надеюсь, они ее доедят, потому что остатки достать будет очень сложно оттуда. Думаю, они ее доедят и выкинут. Ну, надеюсь, по крайней мере, на это. Пишите в комментариях, что я сделал не так. Может быть, что-то надо дополнить, добавить. Жду ваших отзывов. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересных видео. Будут конкурсы, розыгрыш, буду разыгрывать формикарий, который я уже практически доделал. Осталось сделать только крышку. И выложу видео с этим формикарием. И, наверное, разыграю его, подарю кому-нибудь, потому что, ну, мне еще он пока не нужен. Я себе сделаю еще один. Ну все, всем пока, до новых встреч.